Да, деревня все идет своим чередом. Наш сосед Евгений каждый день потихоньку пилит дрова своей старенькой электропилой, которая то и дело ломается постоянно. Вот он ее чинит да пилит. Говорит, что вся его пила держится на одной проволоке. И ведь не поспоришь. Жизнь деревни не халва и не малина, как говорит Евгений, поэтому нужно крутиться изо дня в день и быть мастером на все руки. Сегодня печь замазал, завтра крышу залатал, а послезавтра электропилу починил огрызком проволоки. Еще у Евгения имеется свое небольшое хозяйство в виде двух щенков и трех кроликов. Порода великанов. За 2 штуки 3000 отдали. И все. Идешь мягенько, так хорошо. Да и вечером ляжешь так вот. И они как кошки. Тыр-пыр, 8 дыр. Есть по 18 штук. Есть по 10, есть по 7, есть по 2, по 1. Ну вот, вроде бы и все. Пила на ходу. Можно продолжать заниматься заготовкой дров. Друзья, всем привет! Всем привет! Мы сегодня с утра прибрались в доме, переделали все дела по хозяйству и сейчас начинаем готовить щи в русской печи. И поделимся с вами нашим рецептом щей, которому мы шли долго, брали эти рецепты из нескольких рецептов, собирали в один. Так что можно сказать, это такой наш рецепт щей, потому что разновидностей рецептов очень много и у всех он свой. Ну, а вечером, как я и обещал, мы ответим на часто задаваемые вопросы, которые вы пишете под нашими видео в комментариях. Катя сейчас убирает все лишнее с мяса, это все прожилки, жир. Варить мы мясо будем большими кусками и на кости. Точнее, даже не варить, а томить его в печи несколько часов при таком среднем жаре. Сейчас закладываем мясо. Неси, Никита, воды, пожалуйста. Заливаем все водой и немножко солим. Так, давай еще немножко. Вот так вот все. Все, хватит. Угу. В печи сейчас догорают последние головешки. Как раз хороший такой умеренный жар, чтобы мясо могло протомиться. Так, угли мы немножечко сгребаем в сторонку. Еще несколько слов хочу сказать про фотоловушку,
В прошлой серии я рассказывал, что к нам на хутор зачастила лиса, показывал ее следы, лазейки, которые она здесь понаделала. Видимо, она чувствует здесь запах у нас курицы, там, да, свиньи, козы. Приходит, ищет добычу себе. Также помимо лисы здесь и другие звери ходят, потому что лес находится в шаговой доступности. Там звери такие, как косуля. Ну, косули, они выходят к реке на водопой, то есть к домам они не подходят. Заячьи следы. Постоянно я вижу возле дома заячьи следы. Но, как ни странно, зайца я ни разу не видел. Сосед вот только рассказывал, что он видел здесь зайца. И у меня имеется фотоловушка. Она была установлена в лесу, я ее сходил, забрал. Она там простояла у нас 3 недели. И, блин, все кадры получились закосяченные, потому что сели батарейки. Получается, когда она начинала снимать, то есть вот одно видео там длится у нее в течение минуты, оно 5 секунд было более-менее нормальное, а потом уже картинка начинала тухнуть, потому что батарейки не справлялись. Там она наснимала вроде какую-то енотовидную собаку. Ну, там толком не разберешь, потому что еще картинка черно-белая, съемка велась ночью. Вот. Значит, я ее сейчас принес. Фотоловушка это Филин 200. Такая вот фотоловушка, вроде как российского производства на ней написано, здесь на эмблемке. Но пропользовался я ей уже вот чуть больше года, вроде бы она у меня. Работает она, если не соврать, от 8 батареек. Так, сейчас откроем. Да, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Мне вот этих батареек хватило надолго, на полгода. Они вот еле как там проконтачили 3 недели. Надо будет купить новые, установить их. Вот такой набор обходится там где-то, наверное, рублей в 200. Ну, повторюсь, что его хватает на полгода. В принципе, это нормально. Фотоловушки, их можно использовать как камеры слежения, то есть тут вот, когда уезжаешь куда-то, что-то оставляешь тут без присмотра. Ну и основное, как бы, для чего я ее брал, это для слежения за зверями. Мы на нее уже очень много зверей наснимали, это были там куницы, были лисы, кого мы еще, Катя, снимали? Лося. Лось, косуля, да, енотовидную собаку снимали. Грызуны там всякие. Единственный минус вот у этой фотоловушки, у нее написано время срабатывания, то есть через сколько она начинает снимать после движения, то есть когда объект попадает в кадр. Там написано что-то, по-моему, 0,5 секунды, то есть меньше, чем за секунду она должна срабатывать. А по итогу все кадры, которые она снимала, срабатывает она, может, секунд через 5, а то и через 10. Потому что у нас проходил лось однажды. Он уже все расстояние прошел, которое она захватывает. И только потом она включилась, потому что у него в кадр попала там... Задняя часть. Задница, да, в общем, одна. И я тогда как бы так это подрастроился. Если там зверь чисто встал в это, в кадр, то нормально. Мы там приманку оставляли. Кости, мясо, всякие сбои висели. Особенно косули любят фотоловушки. Помнишь, одна подходила, она даже ее понюхала. Ну да, там она подходила, любопытная. Но чувствуется, что как бы человеком пахнет. Ее это подманило. Но она драпу потом дала. Угу. Вот такая фотоловушка Филин 200. Тут даже есть крепление под штатив у нее. Можно накрутить. Как бы вот, значит, будем на нее ловить лису. Тем временем прошло уже больше 4 часов. Сейчас достаем мясо. Обалдеть.
Катя сейчас будет заниматься с мясом, отделять его от костей и разделять по волокнам. Так. Вот такое мясо получится только в печи. Разварить его очень так классно. Очень сложно. А вот если бы оно постояло еще, ну там, не знаю, часика 2, 3, 4, то уже все настоящая тушенка. Так, сейчас я тебе еще одну вилку принесу. Давай. Оно вообще очень хорошо отделяется от костей. Так, конечно, считай, больше 4 часов оно у нас стояло. Оно разваливается, да? Бульон. Посмотрите, какой бульон получился. Это вот и есть самый основной вкус для щей. То, что нужно. Сейчас за капустой. Ага. Я пока за капустой ходил, мясо, кажется, стало меньше. Так, сейчас нам надо накопать капусты. Ты все здесь, ага, с мясом? Да, у меня все. Грешусь. Мне кажется, много мяса будет этого. Да, давай половину сделаем. Че, сколько там тарелок? Тебе тоже, да, еще одну надо? Или в эту переложишь? Да, давай в эту. Так, я сейчас капусту накопаю. Еще тебе одну надо? Да. Капуста у нас хранится в таких больших кастрюлях. И в щи мы будем добавлять, как вы уже поняли, да, квашеную капусту. Лично, на мой взгляд, щи с квашеной капустой даже как-то поинтереснее получаются. И помидоры. Помидоры у нас тоже не свежие, а будут маринованные, простые соленые помидоры. Зато свои домашние. Ну-ка, посмотри, капустки хватит столько? Да, хватит. Ну, еще чуть-чуть. Так, ну что, сколько будем делать помидор? 2 штучки, 4. Так, сейчас я пробу сниму. Я тоже хочу. Надо снять пробу, как бы вообще, ну, нормально, нет. Так, здесь, ну, хватит здесь. Эй, давай тут пробу не наснимайся. Все нормально, все под контролем. Наешься помидор. Так. Вот свои помидоры и магазинные брать. Это касается, кстати, и свежих, и соленых помидор. Вообще разница колоссальная. То, что касается, допустим, вот консервантов всяких, там
помидоры, огурцы в магазинах столько уксуса. Их есть невозможно. Там, мне кажется, зубная эмаль, она просто летит сразу в топку. То ли дело свои. Так, еще вот одна. Да, с солеными помидорами щи получаются нисколько не хуже. Вообще это такое блюдо, как бы и в плане мяса того же, да. Есть говядина, значит они варятся из говядины. Есть свинина, значит из свинины. Добыл зайца, значит из зайца. Как бы вот, тут все просто. Так, значит, мы сейчас в чугунок загружаем все оставшиеся ингредиенты. Картошка, морковка, помидоры, капуста, мясо. И единственное, что мы будем добавлять в самом конце, это специи и лук. Да, лук мы добавляем, вот когда уже чугунок убираем из печки с готовыми щами. Так, я думаю, все, капусты хватит. Так, накрываем щи крышкой и отправляем обратно в печь томиться. Не знаю, сколько там жара, все зависит от него, насколько туда мы отправим снова чугунок. Но точно не меньше, чем на час. И щи в печи именно томятся, а не варятся. Значит, пока мы в ожидании щей, ждем, когда они приготовятся, ответим на ваши часто задаваемые вопросы, которые вы пишете в комментариях. Первый, значит, такой вопрос, который часто звучал, и иногда он звучал как не вопрос, а как утверждение. Откуда мы? Из города или же мы всю жизнь живем в деревне? Лично я всю жизнь с самого рождения прожил вот в этой деревне, в которой мы вот сейчас находимся. Катя, получается, она с соседней деревни. Ну, там не то чтобы деревня, там поселок городского типа, да, вот так вот. Ну, фактически она из деревни, то есть у нее там семья тоже, они тоже держат хозяйство, там огород. Как бы для нее это не в новинку. Как бы вот так вот. То есть мы сугубо деревенские, в городе мы никогда не были. Так. Второй вопрос. Почему деревня, а не город? Мы ничего против города не имеем. Как бы город это тоже хорошо. Там есть свои плюсы и свои минусы. Так же, как и в деревне. В деревне тоже минусов немало. И каждый человек решает сам для себя, какие плюсы для него важнее, а какие минусы, с какими минусами он может смириться. То есть, например, вот почему мы живем в деревне? Здесь свежий воздух. Это как бы такой основной плюс. А свежий воздух откуда? От леса. То есть лес для, конкретно для меня, не знаю как для Кати, но это, можно сказать, часть моей жизни. Это ягоды, грибы. Но насколько я знаю, для Кати промысел там вот ягоды пособирать, это тоже ей нравится. Да, мне всегда нравилось. Я помню, каждое лето мы ездили, получается, с родителями, бабушки в деревню. Ну, вообще, они отвозили меня, я жила все лето у бабушки. Гостила, да. Вот, гостила, да. Я, кстати, так же у меня бывало, то есть я из одной деревни ездил в другую к бабушке гостить. И мы просто с бабушкой с раннего утра уходили в лес, собирали грибы, собирали ягоды, это как брусника, земляника. И самое, наверное, классное, это когда мы ходили на скалы, у нас в деревне у бабушки есть скалы. Вот, и мы собирали там клубнику. То есть, да, вот такое. Ну, это считается промысел, да. Там пособирать ягодов, грибочков. Вот. И еще такой один жирный плюс, который приходит со временем. У кого-то раньше, у кого-то позже. Может, кому-то это вообще не приходит. Это своя пища. То есть, пища с огорода
плюс там держишь как бы хозяйство, там, ну, скотину. То есть это поросята, куры, корова, либо козы. Я вот помню с самого раннего детства, то есть у нас была корова, всегда было свое молоко, там гоняли корову. Вот я с утра еще перед школой вставал и гнал ее на пастбище. Сейчас у нас коровы нету, потому что с ней работы, ну, много, да, чем, например, вот тех же коз взять. И коз нам вполне хватает для того, чтобы обеспечить себя молоком. Курицы у нас тоже сугубо для себя. Сейчас у нас 4 курицы, которые там вот несут яйца, и мы их едим. Нам этого хватает. Ну, поросят мы держим в таких больших масштабах. То есть у нас идет мясо как на продажу, так и для себя. То есть мы обеспечены мясом круглый год. Плюс там сало, да, например. Постоянно стряпаем какие-то пельмени, делаем фарш, там котлетки. Ну, то есть тут понятно, своя еда. Все, что можно сделать из мяса, все и делаем. Да. И еще, соответственно, у нас здесь большой огород. У нас здесь 2 теплицы, большая площадь, где мы сажаем картофель. Ну и мелочь. Там морковка, свекла и все-все-все остальное. Там чеснок, лук. Значит, у нас все свое с огорода. В теплицах помидоры. В этом году мы пробовали выращивать арбузы. Но, к сожалению, у нас так это эксперимент немножко не удался. Ну, там несколько получилось арбузиков, там такие более-менее, но не как с югов. Все-таки климат на Урале, он суровый и не совсем подходит для таких экзотических растений. Ну вот, значит, основные критерии, по которым мы выбираем жизнь в деревне, это свежий воздух, лес рядом и своя пища. Это вот такие плюсы, которые покрывают большинство минусов, которые есть в деревне. Что касается города, многие говорят, что там есть перспективы. И сейчас как бы деревни из-за этого разваливаются, все стремятся как бы это уехать в город. Но какие там перспективы, я смутно понимаю. Люди, многие добираются до работы по 2 часа. Работают, и потом еще плюс 2 часа обратная дорога. То есть в общей сложности они тратят за день 4 часа жизни на дорогу. Да, и это так каждый день. 5 дней в неделю. Вот это я считаю... А кто-то и 6. Ну, там плюс-минус, да. Кто как, на какой работе. Вот это я считаю прям огромные перспективы. Тут даже дальше разговаривать не стоит. В общем, лично для нас это не подходит. Может, кому-то это и нравится. Следующий вопрос, наверное, самый часто задаваемый вопрос, это зачем нам 2 дома? Начну с того, что когда наши соседи стали продавать этот дом, в котором мы сейчас находимся, а он с нашим первым, вот прям по соседству, то есть, если вы смотрели прошлые ролики, то знаете об этом. Стали продавать этот дом вполне за хорошую сумму, и мы даже не раздумывая его купили. Это, во-первых, еще одна площадь для ведения хозяйства, то есть это удобно. Здесь большая территория, есть огород, хороший сад, ну, какие-то постройки, то есть сам вот этот дом, здесь хорошая печь. Здесь мы еще храним пчелиный инвентарь, рамки, медогонка. Из старой бани мы здесь построили гараж, то есть она была уже в таком, можно сказать, непригодном состоянии. Ее либо было разбирать на дрова, либо что-то куда-то вот приспособить. Мы решили сделать из нее гараж. Я вообще хочу по поводу гаража снять отдельное видео, показать, как мы там все устроили. Ну и вот, в принципе-то и все. Как бы дома по соседству. Этот дом нам нужен для ведения хозяйства и за хорошую сумму. Вот как-то так. Тут все просто. Ну вот, сегодня видео получилось такое... отчасти разговорное. Пока ждем, щи успели поговорить, ответить на ваши вопросы. Обычно мы снимаем ролики так, что пытаемся сделать какую-то красивую картинку, ставить под нее музыку подходящую. Вообще у нас интерес к видео и фото появился уже давно. Это вот все началось с походов, когда мы ходили в лес, мы пытались там что-то красивое сфотографировать, заснять на видео, выкладывали там, ну, во все всякие различные группы, у людей там проявлялся какой-то интерес, комментировали, что-то писали. И вот год назад мы решили завести свой YouTube канал первый про лес. Там начали заливать видосы, мы не знали, что и как это происходит вообще.
Значит, выпускали первое видео, и нас стали смотреть, люди стали комментировать, появился какой-то интерес, и мы решили как бы не забрасывать это дело, продолжили, снимали видео, и спустя год вот мы решили запустить второй канал. Ну, здесь сугубо вот бытовая жизнь, как мы живем в деревне, снимаем. Отснятого материала много. Вся загвоздка у нас в основном в монтаже, потому что это долгий процесс и не всегда есть на него время. То есть снимать там взял камеру, да, пошел раз-раз, поснимал что-то в течение дня. Здесь же нужно сидеть за компьютером, это все монтировать, подставлять музыку. Еще нужно загружать это в интернет, потому что с интернетом ну, дела так себе обстоят. Так, и теперь момент истины. Томленые щи из русской печи. Катя, неси лук, сейчас будем добавлять. Добавили туда лук, лаврушку, подержали под крышкой еще буквально 10 минут, и щи готовы. Ну вот, получился у нас сегодня не совсем рецепт, я бы сказал наглядный пример того, как можно приготовить щи в русской печи. И готовка в русской печи это вообще дело не быстрое, можно сравнить его там с готовкой в мультиварке. Когда ты загрузил блюдо там утром, а приготовилось оно только к вечеру. Есть, кстати, такой рецепт щей, когда они готовятся так, что все ингредиенты загружаются сразу там мясо и овощи. Только овощи уже идут намного крупнее. И там потом уже в процессе их разделяешь. Так, ну значит мы сейчас будем пробовать щи. Рекомендуем вам обязательно попробовать хотя бы раз щи из русской печи. Это очень вкусно. Ну а мы с вами прощаемся. Всем до скорого. Пока.